Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть в битву за Британию. Сценарий такой специальный. И сейчас пропускаем ход. Пусть ходят наши враги и наши союзники. Так, тут у нас на подлете самолет, бомбардировщик. Ему нужно тут отбомбиться по вражеской дальнобойной артиллерии. Так, походу ничего мы не нанесли никакого урона. Так, тут этого нужно сбивать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, есть два истребителя, один уже практически подбит. Нужно его как-то добивать, пытаться. И еще на единичку. Здесь добьем. В море немецкий самолет. Хорошо. Так, здесь у нас отходит, похоже, вражеский бомбардировщик. Мы его на отходе еще повредим немножко. К сожалению, он также нам нанес некоторый урон. Небольшой, но все-таки нанес. Так, сначала обстреляем. Так. О, еще одна штука. Давай сюда. Сбрасываем бомбы. Отходи. Так. Либо этого добивать, либо сюда. Ну, сюда лучше, я думаю, тут больше урона. Плюс нужно прикрывать наш бомбардировщик. Так, этого мы на прикрытие отправим самолета, а этого попробуем добить вражескую штуку. Единичка осталась. Так, теперь посмотрим, что у нас тут по аэродромам. По аэродромам ситуация так себе. Нужно много самолетов ремонтировать. Этот только что сел. Это мы дадим вот так. Вот так. Здесь никого нету. Ага, здесь еще самолет. Ну, как раз можно будет обстрелять вражеский бомбер. Все. Больше у нас нету самолетов. Очки пока что попридержим. Возможно, стоит еще одного Веллингтона себе заказать. Кстати, он сколько стоит? Сейчас посмотрю, то я уже забыл. 150. Ага, у нас один только самолет сейчас доступен для найма. Ну, пока не будем. Возможно, нам понадобятся истребители больше, чем бомбардировщики. Свою задачу сделал, уже немножко повредил эту пушку. Пытается сбежать. Думал, по бомберу будет обстреливать. А, тут 110-й Мессершмитт. Стреляет того, минус тройка аж. Ну, он, по сути, это и был самолет для борьбы с вражескими бомберами. Потому что как истребитель против других истребителей, он был плоховат. Слишком тяжелый, слишком большой, мало маневренный. А вот против бомбардировщиков он был неплох.
особенно ночью. Так, еще один недобиток. Ничего он не повредил. Так, а вот наш бомбер все-таки придется его уводить отсюда. Четверка пострадал сильно. Так, ну тобой мы попробуем добить этого красавца. Есть штука даун. Еще одну штуку осталось подбить. Так, тут стоять и атаковать нет смысла, прикрывает вражеские самолеты их зенитка. Я думаю, лучше так заодно и прикрыть свой бомбер. Уменьшили немножко мораль вражескую. Так, этот ему придется приземлиться. На этот аэродром будем уводить. У него уже заканчивается этого истребителя топливо, так что нужно его посадить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нужно было добить, и я уже походил. Тут нету в этой игре кнопки, ну, вернуть ход обратно, как было в Панцеркорпсе. Если вы сделали какое-то движение, какой-то ход, то уже не сможете его отменить. Текс. Нет. Это мы так лучше прикроем. Может идти на взлет, то подремонтируем немножко, подшаманим. Здесь у нас еще были. Так, на взлет, ремонт. Все. Остались две зенитки, так что пропускаем ход очередной. 36 ходов в общем в этом сценарии. Это уже у нас будет 15-й, то есть где-то примерно середина. Ну не середина, чуть меньше. 17-й ход, это будет середина. Октября, кажется, должно выйти DLC, дополнение к Панцеркорпсу, там о высадке в Британии немцев, операции «Морской лев». Думаю, будет что-то интересное. К нашему ходу. Так, ну, это самолет такой противобомбардировочный. Отправим, может, как-то догоним вот этот самолет. Посмотрим. Так, сражаться. Большие потери наносят нам враги. Небо. Тут еще кто-то подлетает. Это не посадку, надо заправку. Этого отправим сюда. Может, здесь есть
сделать еще два самолета, и отсюда тоже полетели именно вот к этому городу, к этому радару. Так, тебе на филд, и взлетаем спидфайром. Этого тоже на филд нужно отремонтировать. Так, тут немножко можно вот так разведать, что там происходит. Ну, неплохо. Потом вот так сделаем. Сима тоже неплохо. И тут попробуем еще этого обстрелять. Отлично. Ну и зенитки опять-таки мы не трогаем, потому что некуда стрелять. Ладно, заканчиваем ход. Ну вот и пошел обстрел, как видите. И он, это орудие, оно несколько раз может обстрелять вот так. Так что бомберы здесь нужны очень сильно. Чуть большая концентрация вражеских самолетов к нам приближается. Аж 4 штуки. Бомбер. Бомбер-истребитель. Тут отходят немножко. Северная угроза. Операторы радаров засекли большую формацию бомбардировщиков Люфтфлотта 5, которые базируются в Норвегии и Дании. Это авиагруппа. Ну, короче, у этой авиагруппы есть задание на рейд северо-востока Британии. Highlands Warriors. Это, ну, типа высокогорные воины. 13-я группа истребителей размещена в Шотландии и Северной Англии для защиты против немецких атак, которые идут со стороны Скандинавии. Дополнительные вот очки, ну, на которые мы можем набирать, доступны. Так что можно набрать себе новых самолетов. Дождь, разрушение. Да, бомбардировка этой артиллерии идет через пролив. Нам нужно ее уничтожить. Но наш самолет немножко поврежден. Так, что этого добивать? Тут не достает вражеская зенитка для прикрытия. Отлично. Так, нужно вот с этой стороны, хотя тут нет, тут прикрывают. Лучше такого не делать. Так, значит, ты сюда атакуй. Ты будешь нас сейчас атаковать. Только сначала пусть обстреляют врага. Так, ну этого мы уже походу не догоним. Ну, так что будем пока что где-то здесь тусоваться. Так. Достаем как раз таки. Thank you.
Кейн ремонтируем. Так, хорошо, хорошо. Здесь у нас тоже есть самолет. Мы его не будем ремонтировать сразу. Поднимаем воздух. Тут нужно защищаться. Что у него там по опыту? Ну, немножко есть, но это очень мало. Хотя тут разница. Всего-то 9 очков. Я думаю, можно и отремонтировать с опытом. Так, также ремонтируем этого неба. И теперь нужно будет разбираться тут с северной группировкой. Вот три самолета. Что нам дали тут? Спитфайр дали. Хорошо. Еще, наверное, два нужно купить. Истребители, Спитфайр. И еще один. Хватает очков. Так, разместить их. Один сюда, другой сюда. Отправлял Харикейна. Так, все, ходы сделаны. Пропускаем следующий ход. Сейчас опять обстреляет. А может и не обстреляет, просто у этой пушки ведь нету, ну, видимости такой большой. Может, она видит и так, без тумана войны. Не знаю. Нет, обстреливает все-таки. Но я думаю, он дойдет. Он вот еще два хода сюда станет. И эта пушка, она не будет туда уже доставать, хотя нет, возможно, и достанет. Но мы опять сейчас будем поднимать в небо бомбардировщик. Может, еще один купим. Походу, нам очков должно хватить. Все-таки один бомбер это немножко мало. Вижу, уже вражеские истребители подлетают не в полной силе, не 10 хитпоинтов, а 8. Так, тут один хочет, чтобы его сбили. Мы ему, наверное, предоставим такую возможность. Так, эти пошли в рассыпную. Кто смотрел битву, ну, такой фильм есть, «Битва за Великобританию» или «За Англию» он называется в нашем переводе. Там тоже вот отображен вот этот рейд и то, что там попросту позбивали эти бомбардировщики, они даже не успели подойти. Так, тут какой-то глюк, что мы стреляли, но тут они повреждены. Вот видите, девятка, а у этого семерка, вот, видно. С этой стороны. То есть тут был обстрел. Хорошо. Так, тебя в небо. Ты будешь сражаться со штуками. Еще одну осталось сбить по заданию. Может, сейчас и собьем. Да. Сирены заглушены. Немецкие штуки, пикирующие бомбардировщики, известны за их воющие сирены. Они понесли очень огромные потери во время операции через английский канал. И они после этого были отозваны. Нет. А, retired. Ну, короче, их отзывали от атак на корабли снабжения. Или купеческие корабли. Так.
Ну то мы сюда. Хотя можно было не перекидывать. Так, обстреляем истребитель. Ага, этого нужно еще сбить. Так, тут я не достану, к сожалению. Попробуем Спайер подбить. Добивали этого. Есть, есть. Ты будешь у нас добивать этого. Ну как добивать? Наносить потери. Так, и... Так, морской атаки нету, но зато есть вот такая. У Спитфайера. Можно... Давайте попробуем, я не думаю, что его собьют. Просто отойдем. Вот, шестерка. Даже не обязательно бомбардировщики поднимать в небо. Такие самолеты тоже справляются с этой задачей. Так. Ты уже пойдешь у нас на приземление. Что? И здесь будем вот так атаковать. Кто у нас еще не походил? Не походила зенитка. Нужно тут ее поставить. Все. Давайте еще один ход пропустим. Решил бомбить жилые кварталы. Блин, не показали, как закончилось там сражение. Ого, минус 4. Фига себе. Срочно нужно идти на посадку. Могут избить. Ну и бомбера там хочется добить. У него единичка осталась прочности. Еще было 3 самолета. Вот еще один показался. Вошел в зону действия наших радаров. Так. Альфа-Фы изменили тактику. Они начали запускать концентрированные атаки на наши авиасилы и на береговую оборону. Кодовое название — Орлиная атака. Операция, которая была направлена, в общем, на уничтожение военно-воздушного флота Великобритании и получение превосходства в небе. Да, раньше они вот отправляли много бомбардировщиков, и теперь, походу, будет больше истребителей идти на нас. Так, тебя мы садим, а тебя еще попробуем. Попробуем отбомбиться. Так, этот пусть пока здесь стоит, у него нету целей. Точнее, для него нету целей. Тут немножко стрёмно. Нет, я не буду так делать. Так, тебя сюда. Зенитка не достанет. Так, еще один бомб уничтожен. Мораль Германии упала.
Так, этого мы посадим. Отремонтируем и дозаправим. Так, ты... Ладно, ты давай сюда на прикрытие будешь прикрывать. Хорошо. Так, эта штука. Ну, целей для него тут нету тоже. Ну, здесь тоже немцы чему-то отступили. Так, тебе на посадку. Ты будешь добивать. Отлично. Ну, теперь мы выровнялись в счету. В счете. Так, садим самолет. Харикейн. Взлет. Этот пока пусть тут стоит. Хорошо. Перейдем на север. Тут уже вот летит много бомберов. Нужно их в первую очередь сбивать. Истребитель подождет. Надо их не допустить к нашим. Они, наверное, сюда полетят на вот этот центр. Ну, либо на радар. Точно я не знаю, куда их направят. Можно еще купить себе. Да ладно, пока не буду здесь покупать. Если приблизиться поближе, можно будет купить тогда. Так, зенитка. Ты стоишь. Ты тоже стоишь. Тут мы не можем ремонтировать. Нужно подождать. Хорошо, ребята, на этом будем заканчивать серию. Я благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока.